Всем привет, с вами канал Артмания. И смотрите, у нас вот такой вот электромиксер, которому 30 лет. Или 35 даже. Нет, 35 лет. Представляете? Но он до сих пор он работает. Смотрите, такой он прям тяжеленький. Представляете, вот сейчас вы купите миксер, и спустя 35 лет он у вас будет работать, интересно, или нет? А этот работает. Такие, смотрите, у него такие качественные эти штуки. Представляете, уже 35 лет назад были такие вот штучки, которые сейчас вот везде, да? Пластмассовые, правда, но пластмасса, смотрите, какая качественная. Какая-то штучка, что-то перемешивает, наверное, картошечку. Наверное, у каждого такие были. Такой был миксер. Все помнят. Вот эти, наверное, тесто может перемешивать или что-то, пишите в комментариях. И, конечно же, вот такая вот штучка, в которой перемалывать можно что-то. Что-то перемалывать вместе с крышечкой. Вот такой прям, смотрите, многообразный, много всего. Да, вот. А, вот тут, вот смотрите, вот легкое тесто перемешивать здесь. А, коктейли, овощи, фрукты. Да, замес теста. А я тесто всегда вот этим вот замешиваю. Мне удобно очень было. Вот. Пока новый не купила. Размелет. Размелет. Зерноку. Размелет. Размелят. Размелит. Протрет. Нифига себе название. Протрет, размелет, замесит, сит. Жалко, что не замесит. Измельчит, измельчат, размешат. Красный такой нарисован. Красивый. Мифгерат. Мифгерат. Это даже прямо это сграничное как будто. Может, кстати, а тут на английском написано. Это, наверное, вообще какой-нибудь там. Нигде что-то ничего не написано больше. 228. Ну, такой вот. А, тут какая, наверное, фирма написана. А, это фирма, наверное, его. Electric Mixer. Электрический миксер. А фирма его, наверное, вот. Как раз. А Mixer Electric, наверное, вот это вот название. Вот. Может быть, у кого-то был, ставьте лайки, у кого такой был. Тяжеленький, хороший. Знаете, он когда начинает работать, какой аромат торта идет. Знаете, вот аромат детства. Прям вот обалденный аромат. Сейчас попробую. Он у меня уже включался раз через раз, поэтому я его и поменяла. Вот, отсюда результат. Обалденно, как он пахнет. Вот отсюда аромат, и кажется, как будто тортом пахнет. Вы слышали, он работает прям вообще. А, вот сюда вот еще вставляются всякие, как раз, да. Часть сюда. Темненький такой уже, но работает, рабочий, хороший. Тяжеленный такой, не так непривычно. Такой у нас с вами был обзорчик.